Друзья, всем привет! Бывает так, что хочется купить джинсы, понравились вам, а примерять нет сил. То есть, может быть, условий нет, или там, например, на торговой точке вы находитесь. И что делать тогда? Я вам хочу показать несколько способов, как практически на 100% определить свой размер. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Чтобы понять, подойдут ли вам джинсы в поясе, оберните их вокруг шеи тем самым поясом, предварительно застегнув его. Если джинсы сошлись, то есть пояс имеется в виду, значит, они вам идеальны. Но, к сожалению, этот лайфхак работает только для тех, у кого нет лишнего веса. В противном случае определить пропорции не получится. Второй способ. Сожмите руку в кулак, согните ее в локте и горизонтально всуньте в пояс брюк или джинсов. Если пояс между кулаком и локтем сядет по размеру, то и на талии джинсы сойдутся тютелька в тютельку. Третий способ. Застегнутые джинсы приложите к середине талии спереди и сзади. Если длины пояса хватает для этого полуобхвата, то размер ваш. И еще несколько советов для определения размера. Чтобы определить размер носка, нужно обернуть его, не растягивая, вокруг кулака. Окружность кулака примерно равна длине стопы. Длина стопы примерно равняется расстоянию от запястья до локтя. Это может пригодиться не только при выборе одежды, но и обуви. Если вы не знаете свой размер одежды, а на бирке по случайности счастливой указан обхват груди, разделите его на 2, это будет ваш размер. Например, если вы носите 42 размер, а на бирке указан обхват груди 88, то вещь вам будет великовата, потому что она 44 размера. И наоборот, если умножить свой размер на 2, то получится нужный обхват груди. Конечно, это для тех, у кого фигура не выходит за рамки стандартов. У меня на бюстгальтере написано 75. Поэтому, так как у меня фигура нестандартная, мне этот способ не подходит. Пожалуйста, посмотрите у себя в закромах, какая цифра у вас здесь стоит и соответствует ли она вашему размеру. Вот такие нехитрые приемчики могут выручить в тех ситуациях, когда рядом не оказалось продавца, консультанта или нет условий, а на одежде нет опознавательных бирок. А вы знаете, как выбрать вещи по размеру, не примеряя на себя? Напишите, пожалуйста, под видео. На этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.